Всемирно известный французский актер Жан-Поль Бельмондо отметил во вторник свое 80-летие. Бибель, прекрасный ребенок, так с любовью французы до сих пор называют Бельмондо. Его творческий дебют состоялся в Париже в 1950 году. Жан-Поль сыграл принца в спектакле «Спящая красавица». В 70-е годы в «Зените славы» Бельмондо снимался в боевиках и комедиях. Все трюки в фильмах артист выполнял сам, пока не получил серьезный перелом на съемках кинокартины «Ограбление». В 2008 году после длительного перерыва Бельмондо снялся в фильме «Человек и его собака».